Куда? Надо еще Ваню присуманить. Побежали. Ой, блядь, Слава, только не кричи, нахуй. Я до сих пор боюсь, блядь. Ну я один раз в Зуломане был, ты релил, я туда больше не ходил, нахуй. Это было месяца 4 назад. Я к вам в гильдию только пришел, и мне позвали в Зуломан, и ты орал на всех. Так можно про любой рейд сказать, мне кажется. Нет, там мы очень долго били лоста. Слава уже это, был нестабилен. Я что, был максимум на плюс 3, если что. Понял. Это лок, да, говорит? Нет, это прист говорит. Да там есть масло? Тоже самое надо делать. Что, масло? Да. Жопу намазать. Всем привет. Привет. Опа, салам алейкум. Жопа на масле говорит. Ты чуть-чуть, блядь. Опа, там маска Вудон Ролл. Блять, кулака нет. Не, маска. Ну да, маска Анрол. Если не Анрол, если паролиться, то можно. Нет, не паролиться. Ну-ка. А кто там, команда нужна? Мне. Что-то Ваня говорит, я не слышу. Почему у нас нет ни кулаков, ни касок? Сука. Ладно, пьесть по Назахану еще была нужна. Сейчас будет каски. Так бы не паролилось. Вот. Так можно было паральнуть. На, вот, нет. Каски. О, спасибо за касочку. Я туда за ней иду. Ну, ой, да есть фаза. Бля. На хп. О, у меня есть фаска на хп, кому надо? Медведю, да? Медведю. Вот такие пойдут? Да, пойдет, спасибо. Отлично. Ты у нас с Юлием тоже, да? Да. Ой. А то, что вот лок еще не зашел, мы не запустили, да, еще? Или запустили? Где лок? Запустили. Все, понял. Где лок? В призрачных землях. Стоп. Он заходит в инс. Понял. Все нормально. Все нормально. А пристабав дай. Так сейчас все придут. Под инвиза. А у тебя нету? У кого бы инвиз? У меня есть под инвиз. Сколько штук надо, да? Сейчас 3 штучки дам. А где они, кстати, у меня сейчас? Найду в банке. А, вот. Локу, да? Давай, пошли, блядь, я другом хуярю. Так, Дуналтор умеешь? Уже научили? Тут чужаки! Ой. Харрисон Джонс? Где пока как Харрисон Индиана Джонс? Как и Диан Джонс, я думаю. Да, из гильдии исследователей. Тут еще Бран, Бранзоборот. Ой-ой-ой. Танка, хильте, пожалуйста. Да не переживайте, не переживайте, я ждал пока он. Я вроде на пулю. О, призванная гадюка есть. Вообще имба. Нет, да я типа забыл. Ну, друиды, бежим в инвизи. Все как обычно. Все стоим тут. А, ок. Там он знает. Нормально. А то постоянно, когда с пугами какие-нибудь идешь, они почему-то за тобой бегут все. Это вообще рофл. Все умирают.
Ваня нам сегодня с утра так Рагнарос пизды дал. Это был пиздец какой-то. Да. Сколько мы 3 раза пытались? Мы пошли Рога и ДК, он нас обоссал. Так у тебя ДК ДД. Он меня откинул в лаву и начал харкаться, нахуй, убил. И пиздец. И лёг. Нихуя вообще не выпало. Наручи не выпали. Так, я первый патч смою. Надо, чтобы ты показал потом, как правильно ходить туда. Второй уже посуманил. Так мы уже разобрали. Ходить, как народцу в хату. Ну да. Просто надо сверху вниз идти. А то он мне говорит, да там на 15 минут, говорит, там 3 боссов надо убить, чтобы он открылся. Как будто час сидели. Как будто час хуем давно просидели. Еще одна. Так, сколько ты еще поставишь тотем на резист от природы, на тур тотем? А, вот, ладно, ставь хасту. Че, все, все готовы? Ой. Да, да, тут, короче, надо набрать рейндж, герой с пула. Надо будет сбегаться, когда тебе скажут под босса. Ты хапала, нет, пиздец. Герой. А чё тебе с хапалом? Чё да, да не, 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 не только хапал, просто, просто бы пала в рейд. У нас палов нет. Вавилония поздно зашел. Ну. Кофе делал. Лок идет. Идет к ДД. Да, Вилони? Ну, такое. Скорее всего, нет. Скорее всего, пойдешь. Не-не. Давай дешь пойдешь. Ну, маску паролем пойдем. Я не вырулю, ты же знаешь. Да вырулишь. Сбегаемся, да? Не показывается. А, сбежка только 10 секунд, алло, ну куда? Не знаю, я за Войдом побежал. Через 5 секунд. В любой непонятной ситуации делай как Войд. Да. Ладно, мили побью. Все, разбежались. Сбегаемся. Берегитесь. Почему я опять оглушу? Так распорядился Аллах. Я вас ульт. На сбежках, кстати, ка можешь лужу будет эльфу стелить коту. Скорее еще. Зачем? Ну, чтобы быстрее сбегались. Так мы забегаемся за 10 секунд до этого вроде. За 5 лучше, чтобы прошел статический сбой. Ой-ой. Эта лужа такая имба на Синдрагосе. Я до этого играл на очень плохом железе, и, честно говоря, я что на Синдрагосе, что еще на ком-то, я вообще не понимал, что происходит. Поэтому потом, может быть, заценю, да? У нас РЛ и РЛИТ в 6 FPS. Сбегаемся. Я понял, 3-й стан. Пожалуйста, обращайся. Вроде нормально идет. Ну, никто не дохнет. Да, это уже... Уже победа? Ну... Если на лампочках не будем дохнуть, это победа. Да, это будет победить. Там где-то спелить нужно? Да. Понял. Ни разу его не закрывалось, что? Закроешь? Вот туда бы символ на диспел, который манрин. Ну, у меня вроде бы солнце стоит.
А, который хилит дополнительно 2%. А, не помню, он вроде ману дает. Он вроде тот, который соло такой ПВПшный сильно. Не, у меня на массовый, по-моему, стоит. Че, у нас все хорошо, мы нормально попадаем. Сбегаемся. Юли, дай мне зыбку, если есть. Ну, вроде все нормально. Разбежались. Босса добили. Че, мы на групплоте? Ну да. Видите, что вам нужно? Можно распыл нажимать? Сука, шея не выпала. Можно. Жми. Друиды пробегать в инвизе дальше. Оу. На самом деле через мосрез там пройти. Так мы идем через мосрез или что? Че попробуем? Ну, не знаю, я просто пробегаю. Локу, тебе подошла зелька? Ну мы быстро убили. Три минуты, знаете? Возможно, нет. Короче, давайте через мосрез попробуем. Туда бегут два друида и рога. И кому-то нужно будет в углу умереть от медведей, которые охраняют на входе. И через него резнуть всех. Сейчас. Покажу, короче. А вот был бы у вас паладин, паладин с бопом. Да. Было бы все немного проще. Ну, был бы ты раньше здесь, было бы лучше. Да, был бы у бабушки, она была бы дедушкой, как говорится. Так, друзья, если пошли. Если бабушка стала бы дедушкой, я похуел. Звезде подойдите. Кого вы боитесь больше? Их. Смотри, надо будет, знаешь, кому где умереть? Вот который угол ближайший к нам. Ну вот тут вот. Вот видишь, типа где? Надо к тому, кто поднялся, умереть? Да, одному из. Все, короче, бегут в звезду, друиды идут в обход. И одному из друидов нужно будет умереть, либо роге. Че, похилить вас можно? Тут, короче, в углу. Там поставилась метка? Да. Нет, не поставилась. Не сюда. Нет. Ну, короче, угол вот ближайший торчит сверху. Крайний. Вот такой. Тут. Смотри, я пробью здесь. Нет. Который ближе к медведям. Мне кажется, что проще было подождать вот сейчас, откатиться, сколько там уже. Там 3 минуты. Вот это, да? Уже 2. Да, в этом углу надо умереть кому-то. Друиду или роге. Один, ну, кто-то. Давай я умру, что друиды просто, ну, там, стойте. Там, умри в углу. Все, уже можно? Умирай, да, умирай. Ну, сейчас друид пройдет. Надо, короче, наныть, чтобы друидам сделали уже шкаф тоже. Да. Вот там будет есть. Дохни. Чтобы так. Друидам сделали шкаф? Да. Что они не агрятся, а вот сагрились. Все, я стою в углу. Мы что, Ваня, бежим за тобой или что? Умер. Подожди, я сагрю. Мне кажется, что лучше всего, чтобы друидам сделали 5-й спек. То им собирать уже нечего, скорее всего. Надо, да, мы просто становится. Здесь смерть принимаем? Вот тут да, и его трясает через руку у нас всех. Я понял. Чем нормально. Я, короче, ударю его, чтобы он меня не убил. Ну, повернитесь там, можете сесть, когда вы сидите, по-моему, крит залетает. Голос. Чего? Когда сидишь, гриты летают? Ты как будто на бутылку садишься, понимаешь? Да, там сразу же критует. Даже уже представь, есть такой талант, когда ты сидишь там. Ну там, короче, этот талант использовали в классике ученичества. Там специально садились, чтобы критовал скин. Получив критический дам, да, мы смотрим, это все. Что вы там сдохли? Да, Войт резвый. Ебать контент, нахуй. Мне нравится тут такой контент. Вот проход через мосрез. Он офигенный. Ну это быстрее, чем ждать же сколько. Бля, там куда? Можно двигаться? Нет? Прыгу ставьте, да. Дай ПС. Кого ПС? Да не, я вот. А мне можно ПС. Ваня, ты говоришь сейчас?
Ну, прист. Что, сначала заливаем целителей, двух ТТ мы сбиваем. Потом медведей, два стана я дам. Все, пошли. Ой, а можно я ману попью сначала? Спасибо. Да, пей. Конечно, пей. У тебя гимн даже. Да, я без маны сберусь. Я понял. До свидания. Чиниться еще тут сбегал. Ультрадрубэрила. Потому что он станы дает. Так, кстати, так надо или не надо? Надо. Надо аккуратно мне под лицо не заходить. Вот давайте череп сначала бить. Да, вот нет возможности у нас танков в одну пачку кинуть. Че, на 26%, да? Да, ну или 760 тысяч примерно. Понял. Дал. Отлично. Второй пока... кат 10 секунд до второго стана. 7 секунд. Катится. Успею, да. Только сразу не агрите, дайте маны отпить. У нас так времени вагон. Главное, что вагон не мы. Можно по одному из танков дать СС? Кому лучше дать СС? Ну тогда Void Fury дайте СС. Так, ну, сейчас тот. Я поем рыбу. А у него, или у него нет шардов? А, есть, отлично. Ну, сосал, наверное. Подождите, Void Fury и сова, почему по танку тогда? Ничего я вообще не понимаю, ребят. Сказали, да, надо по танку дать СС, и мы даем я... сове. Не, я думал, что Void у нас танчит. Ладно, понял. А, ну, все, у нас ультрадрум. Да, распределитесь, кто кого танчит. А нельзя, да, танка все-таки кинуть в одну патч? А, можно. Вот. Че, просто на этом... Просто на камушке прижми... стоим. Лучше к стенке прижми, что тебя не откидывало. Танков оверхильте. Желательно, когда не свапаются особенно.
все супер сосредоточены. Нет, мы хорошо идем. Очень даже. Ваня, мана нужна? Лучше, чем прошлое КД. Можно, давай. Прошлое КД вообще мусор. Сейчас. Найду кринж был. Не мусор. О, если на кто один дойдет потом, то это будет так офигенно. Да. Да, если зайдет. Зайдет, зайдет, давай, заходи потом. Через три босса. Ну если ты скажешь, что паролим, я зайду с удовольствием. Да что мы паролим? Хоть танком, хоть хилом. Что мы паролим? Зов? Не, зов мне нахер, типа. Тебе маска нужна на Пала? Да. На Пала? Вот тварь. На хостового, блять, Пала. Бля, ну, у вас еще спики новые не вышли, вы уже хосту себе... Так надо ну, подготавливать, так надо подготавливать. К этим новым спекам, в этом тема. Ну, ты а потом того не ходил еще месяц-два. Так будет. Нет, такого точно не будет. В C5 это, возможно, прикольная тренировка для меня. Ну, для всех прикольно, кто, в принципе, от хосты будет хоть как-то зависеть. Ну да. И, ну, потестить чисто. Она что, еще крит дает? Эстетично или нет? Я не помню. Хулика бы. Пиздец, а если все ДКшники пересядут играть за Бладов и Фростов? И у ШПшника не будет Анхолика, и у ШПшника еще заберут урон. Это будет пиздец. Ну да, эта маска еще дает любой. Почти 5% крита статично. А у нас некому его, да? Я заправлю на ДЦ, и, ну если кому-то нужно будет... Юля, забирай себе на ДД, я с РПБ. Я с Холи, конечно. Че, умирать можно, да? Да, только лут разрулить. Я отказался от всего. Я просто заберу его на всякий случай. Да у него и бринтроль там, и это. Пять минут, когда на зелье. У тебя же был бринтроль. В смысле, пять минут, когда на зелье? Только же недавно это. А, кстати, вы знали то, что масс-ресса можно через двери просто врезнуть? Мы можем просто пробежать к дверям. А дай вон Юли на этого. Может, она это. Блада будет собирать. А, ну давай так сделаем. Слышали, слышали? То, что вот можно просто к дверям подбежать, и нас масс-ресом рога сзади просто поднимет. Ну, можно так. Ну, пойдем на всякий случай друид и рога. Стоп, у тебя КД зелька? Куда ты успел инвиз выпить? Он, может, два раза выпил случайно. Он, скорее всего, выпил банку в бою какую-то, и там КД повешалось на зелье. Да. Под какой-нибудь. Че, пробежим тут к дверям? Хотите, я вам бета-банки на инвиз дам? У меня еще 16 штук есть. Да там не надо сдыхать даже, просто сейчас вот я вам банки даю, просто бегите к этому, как к дверям. А, нет, то есть сдыхать нужно, да, получается, нас же масс-рез не должен. Вот просто за танком сейчас побежим. Ну, он согрет ресей. Я пошел. И мы сдохнем около двери. Вок, только постарайся побежать предпоследним примерно. Чтоб тебя убило последним, если что. Твой там рыси. Сейчас нахуй пизды дадут. Так, мы бежим за Юлей. Мы отряд самый убийц. Дохни, короче. Погнали? Да, давай, Юль, побежала. Сейчас. Бежим, 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 бежим за Юлей. Я тучку прожму. Бежим, 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 бежим. А бежим, как они меня спалили? Бежим, 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 бежим. Так, Юля не добежала, да? Кто там? Позиция выйдет в любом рейде.
Но мы присуманим... Да, да, типа, ну я не знаю, мне похуй. Может, знаете, как сделать? Может, чтобы шаман встал сейчас и вот этих вот двоих хряснул у нас? Юлию. Он же может, да, их хряснуть. Ну да, он вроде... Призент есть, кстати. О, давай, и резкий лок, вон, лежит. Тут вроде нет врачей. Сейчас его узнаем. А Юлю присумоним и все, что, да? Все? Да, Юля присумоним. Да, так, ну что, я тут? Масрез, давай, юзай. Нашли Вайда. Из ниоткуда притом. Так, Серджи, нас тресни масрезом просто. Да, масрез. Через дверь. Окей. Так, я сразу же... Здравствуйте. Присутьте кого? Добрый день. Кто там находится? Я Юлю. Слава, Юля, Призон. Призон, это Смуни. Смуни. Лок. Это не за Смуни. Хорош. Каких пауков, блядь? Ты чё там? Так, лок тут. Сука, так всё довольно сказал. Маленьких, говорит, жёлтых. Очень интересный стрим. А пойдемте, может быть, с той стороны, не? Да не, Юля грамотно. Я понял. Я просто сколько раз вот здесь пробовали. Никогда не получилось. Давайте рыбу. Юля шарит. А, вот с этого ублюдка шея падает. Вставлю рыбу. Там уже пытается всё... рыбу спрятать. Зачем? Господи, блядь. Потому что на пол. Сука, блядь. Зачем я потратил свои... У меня три рыбы. Давай, Юль. Это квест перед едой. Всем здорово. Так, а тут что? Она просто приведет ушлепка? Так, кто там? Ультратру, ты, короче, тот ебалом всегда стоишь босса, и там утешь на себя рысей. Они появляются на 75, 50 и 25%. Триксы уехали. На 75 мы дадим геру, на 50 зададим зыбку и на 25... Сильно не вливайте со старта. На добром слове. Триксов нет. Будем жить. Хант на пулиш, на аиш. Давай на ра... Ладно. Минус припот. Ну похуй. Ну да. Припотом это все могут. А все, мы просто тут да? стоим. Просто бьем босса. Ну сейчас уже не все могут. Уходит рыть, бьем рыть. А можно, короче, вот... Этот, как его называют? Как-то заранее распределить. Ну, хотя бы понимать, что вы мне... Когда вы геру будете давать? Гера на 75. Понял. Вот рысь вышла геру. Я просто ПС-ки из-за этого проебал. Да, нормально. Призон танчит. Хорош. Хуя у них хп, блядь. Босс бьет 7 минуты 3. Че, может тогда плюс 4 сделаем? Маунта хочу. У нас мага нет. Но если ты быстро пройдешь, в инвизе обойдешь. Не зыбку сейчас. А, нам на лампочке да будут эти. Да. Понял. И у нас нету мага, тебе надо будет быстро пройти. Ну я попробую. Так-то времени у нас вообще вагон, по-моему. Если еще и того убьем быстро. А с четвертого чисто маунт, да? Угу. Да, только маунт. Не знаю, мне вообще нравится этот маунт. Мне поебать на всех маунтах. Я только одного хочу. Нормально противоречишь.
Так, сейчас через 10% будет еще рейс. У нас рейд лучше, чем на РТ собрался. Блять, мана начала качаться просто невероятно. Че ты гем? Просто... Да не, я живу еще. Так, пусть. Еще Риантис спрашивал, тебе ман не начала заканчиваться резко? Я хз, проблема шапашников какая-то новая. У меня на ШП резко кончается, прям пиздец. Скрытый этот как у нерв. Они забыли написать. Они не напишут. Просто скажут, ой, баг такой случился. Ну мы исправлять его не будем. Если у нас резко перестанет быть анхоликов, это будет, конечно, проблема. Ну... Не знаю. На червях вроде тоже билд прикольный, нет? Он не будет его ешить? Они будут агрить все, и бладов не будут в РБК брать. Фига плечо крутое, это что такое? Потому что у них всегда у петов этих агрессоров стоит. В смысле, выглядит круто или что? Да нет, по-моему, я просто ни разу не видел. Какое плечо? Черное такое? БТВ ноги на ДК выпали, когда... Кольцо. О, годы! Они тебе нужны? Че, какие планы? Я понял. Дохнем, бежим. Понял. Я понял, ебать, а что это за хуйня произошла? Кольцо оказалось нужнее мне. 58-59. Ну да. Тем более с хостой, нахуй тебе хоста, дай бы ему хосту. Мейнхант. Давай обмен. Апнем ДПС. Опа, хант уже не просто так пошел. А чё встал-то? В шоке. Стоит. Чё делаем-то, ёбаный сыр? Кто мне скажет? Умирайте. А-а-а. Так, ну времени чё, есть? Я побежал в обход тогда? Да, босс бьется 8 минут. У нас ещё есть минут 6. Ну, 16 минут показывает. Ну, нам надо ещё сесть, всех засуммонить, разбафаться. Так, да, бежим точно. Все вот сюда. Ну, ты знаешь, рога. Независимый класс. Паркурим. Надо, чтобы сейчас этот лог запаркурил. Я вот никогда здесь не умел прыгать, конечно. Там есть выступ повыше, ну. Че будет самый ответственный момент? Так, Лок, беги сюда. Так. Видишь, где мы находимся? Меня... Так, призн ставит, и там так огня. И по мне аспект, где я буду быстро бегать. Так, ну объясните, Лок, как запрыгнуть. Лок, куда, Лок, ты не туда бежишь. Вот тут, Лок, тут вот убегаешь. В другую сторону. И, короче, Лок, тебе нужно... Запаркурить вот тут. У тебя есть минуты 3. Нихуя ты там залетел, блядь. Да он шарит просто, не первый раз здесь уже. Ладно, еще раз. Нифига, вот что, крутой, что ли? И четвертый раз. Ну и в пятый мой. Ёбаная бамбуковая ветка, я не вижу, откуда ты прыгаешь. Ну и шестой раз тоже. Мамонта дайте просто у кого-нибудь, есть? Не, он здесь не ставится. Зафака. А чоппер какой-нибудь? Не остался, не прокает, блин. А чоппер какой-нибудь можно? О, все. Чоппер не знаю. Попробуй, может быть. Так, Лок главное, что прошел. Давай, Лок. Повыше бери. Вот бери. Вот сюда. Выше. Оп.
А попробуйте машинку какую-нибудь поставить, слышите? Попробуй маунту побольше. Я умер. Хорош. Войд, ты что-то сделал? Я понял. Ну иди, ответственный момент. Это твой. Я вообще не врубился, как это. Я понял. А, ага. Хорош. Серфят. Да я рот ебал, как так? Да, Лок, старайся вот сюда вот, ближе к углу, а не вот сюда вот. А я наоборот влево залетел как-то. А чё, нет ни у кого машинок-то? В смысле, попробовать поставить, если мамонт не ставится? Ну нет. Есть какой-то двухместный маунт? Не мамонт. Ракета любви. О, Юля, у тебя ставится ракета здесь? Нет, не ставится. Ну чё, всё пизда, мы типа в западне? Ну если Лок не запрыгнет, то чё, всё, Войт, да. Чё, Войт, отойдёшь? БГ. Еее, сука! Ну тогда я пошёл запрыгивать. Хотеть долго. Надо вот сюда вот. Блядь, вот, сижу просто как домой, блядь, пришёл. Да я весь дома, а что? Так там нечего запрыгивать. Да, тут легко. Да, подожди, у нас Лок прыгает. Пока Лок не запрыгнет. Я тут, говорит, ёбаные глупцы, блядь. Вот, короче, вот. Я вот прямо вот так вот стою. Вот смотри. И прыгаю. Вот. Смотришь за ШП? Смотри, за ШП. В ЦЛК сразу раз, ключу просто забрались. Смотри. И под этот, как он, под песни... Боже мой. Да, давайте, короче, сдохнем. Короче, кто-нибудь, стойте там около Войда, попробуйте сдохнуть. А мы вас треснем, типа, да? Я здесь, вот я здесь, вот. Вы там умрите просто? Вот тут вот сдохнем, видите, где ШП стоит? Идем, идем, идем. Он не сможет треснуть, по идее. Так и чё, пусть Лок запрыгнет. Он не может. Ты прикалываешься, что ли? Там, короче, надо чуть-чуть снизу горочки, и просто прыгаешь, ну и всё, ёпта. Я хз, как объяснить. Попробуйте, да, Лока резнуть наверх. Вот кто-нибудь, кто там есть. Ну надо вот, не ты, чтобы он пришел, и вот его, например, Юля резнула. Вот там этого мостика убили надо. Да, кринж. Ты, блядь, сидишь там, пиздишь нахуй, кринж, блядь. Да я б запрыгнул, блядь, уже давно. Какой ты молодец, ну. О, он, кстати, может сам себя же убить, ё-моё, действительно. О чем мы раньше до этого не додумались, почему? В натуре, ну, Лок, убей себя как-нибудь. Да уже убил, ножом уже нахуй всё, блядь. Резать его. Получилось? Да. Вот. Пробегай сюда аккуратно, но не до конца. Ну так он шкаф поставит за там. Ну, нашли новое решение. Камней нет, тебе же камней поставить нет. Живс или что? Так ему нужно отсасывать, чтобы они были. Блять, ну еще камней нет, пиздец. Задуэлиться с ним, пусть отсосет. Если это так работает. О, здесь что? Хуй поймешь, я просто, блядь, зашел сюда. Ебала какая-то обоссанная, блядь. А вот. Я еще кольцо словил. Че ебала-то сразу? И вниз уебал, все нормально. Да. С кайфом, бля. Ну так что делаем-то? Ну ему нужны камни, надо кого-то убить. 9 минут осталось. Да все, мы уже не успели. Да, мы не успеем.
Ладно, минус маунт. Спускайтесь. На лягушке получилось? Это за таймер. Губи трэш. Это маунт на четвертый, вот это точнее на маунт. На четвертый сундук таймер. Так порыльте там. Что, просто дальше идем или что? Ну, надо трэш, наверное, бить локу или что, нет? Так малокраж же вроде не открывается, если ты не убил этого, нет? Да мы не на него идем, мы просто идем трэш чистить. А, я понял. А, трэш с самого начала чистить? Нет. Я в МК. Опять в МК, я понял. Кош сливаю, короче. Че, лок съебался, что ли? Не понял. Нам он нужен на последнего босса хотя бы, вот на вот этого. Что он может идти? А сколько нам последнего босса бить? Мы не успеем, да? Не успеем, на сундук нет, наверное. 8 минут просто потратили. Потому что попрыгать там, оказывается, камней нет. Чтобы знать, что нет камней. Че, теперь есть камни на шкаф? Ну опять вот это вот, что вот он за попрыгунчик? Все отлично. Алло, Лок, сможешь шкаф поставить? Нет, вроде. Или сможет. Ну, мы трэши нормально убили, так нет? Ну, я думаю, что он бы сказал, если бы у него что-то было не так. А че он где-то умер далеко там? Как это? А, да? Не добежал. Откуда не добежал? Я понял. Да постой, я ножом резну. Алло, Шалфир. Да сэкономим мы, если мы там упадем. Давай, умирай уже. Бля, изи, я понял, смотри. Там нормальный маунт нужен. Так ты чё, умирай, Лок, мы тебя резнем сейчас. Ты ешь, сидишь. А нет, не изи. Ничего не понимаю, куда он пробежал? За мобом, чтобы он его убил, только надо, чтобы он его сюда довел. А он сам себя не может убить разве с помощью заклинания? Там один хп останется? Да послезавтра будет. Понял. Раздеться и все, ебать. Где Шалфир тоже умрет. Че, ресните его? Не поле зрения пишет. Сейчас рез. А, все, резаю. А, или вон сколько тысяч резает. Ой, капец. Лок не может себя убить. Понял. Его не делаю, только не уебись сейчас вниз. Вот. Дядя Слава, ты где? Вот. Пошел. Да вот вон он. О, давайте его сюда присуманим. Да. Нам понадобилось всего лишь 12 минут.
Ну, блин, зато в следующий раз это будет гораздо быстрее. Это же освоение, я так понимаю. Ну... Ну да. Зооманы же давно освоили. Выслушали. Чё, кто лучше на трэше будет? Чё, всех сомонули? Этот трэш мы будем чистить? Без разницы, можем почистить уже. Че, какая тактика? Да просто бей трэш. Юля, трэш потанчит. Я не могу здесь спалить. Я здесь спалю. А, или, в смысле... Или трэш друид на боссе. Понял. Думал, ты на кого-то из своих черепок поставил. Сначала бьем левым моба. Ну, если вот так вот смотреть вниз. Левую. Рыбу. Желательно саппорт. Сопротивление природы можно убрать. Поставьте милихаст. Ой, не милихаст, а РДД хаст. А, я не есть, вижу. Так. Чё, 8 минут, да, бьется? Чё, тут моя какая это задача? Ты кто? Ультрадруль. А, ты простоишь. В центре танчишь босса. Ну, примерно где он стоит. Короче, как это объяснить? Будет фаза, когда босс будет выплевывать бомбочки. Нужно будет встать в максимально выгодную позицию, чтобы их не задеть. Стенки огненные будут появляться. Они считаются тоже бомбочками. Да. Ну, и пытайтесь набрать максимально рейндж между собой, чтобы дыхание не задевало больше двух людей. Да, ну, в одном паке не стоим под боссом. Так что, я начинаю, да, получается? Да. Да, ты на боссе, а Иш на трэш. Там, где толпа, там безопасно? Наоборот. Ну, да, если там люди уже собрались от бомбочек, то можешь там придерживаться. Берите раньше умер с собой. Можешь его ближе к центру держать. Вот на, примерно на линии вот этой вот. Выходит два челика, убиваем вот этот черепок. Можем его рутать, станить. Но его надо убить. А второй в трапе, сука, не стоит. Второй идет, второй идет. Просто идет, не трогайте, не замедляйте его. Фаза с лампочками. Второй должен идти. Вот, максимально далеко от лампочек отойдите. В смысле, я стоял далеко от лампочек? Недалеко. Вот. Берьте его. Вот, берь. Ой. Момент, слакер. Ой, сразу ему залей иннер. Я ему дал пристабав. Чё, трэш бьем? Нет, трэш, когда весь выйдет, тогда будем бить. Герут сдадим на втором трэше. Ну, призен сдаст. Я могу вам в фазе с лампочки встать в кого-нибудь из своих, чтобы я снова так не заслакал? Да, да, можешь. Понял. Надо диспелить, Савелаша, пока ты диспелишь. Я тоже помогаю тебе. Я стою сейчас в сейве, вот, вот смотрите, вот. Вот в сейве я стою. Диспель. Главное не диспель, то танк сложится.
прохил Седжу. Там и ваш, он диспелит. Я да? Просто диспелю на ПКД, диспелим, да. Диспелим. Почему Седжу не хилится? Почему он Седжу фуловый? 15. Стоит у меня показывал. Я вижу, что я фуловый. Я тоже видел, что он фуловый. Я понял. Я в салу бегу сейчас. Ну, у меня тоже показалось, что ты прям в салу стоишь. Да, можно в салу встать. Вылашу хил, диспел, я тоже диспелю. Понял. Тут кринчи на себя навелся, у меня мало хп. Все, бьем трэш, бьем трэш, бьем трэш, бьем трэш. На пол, на пол трэш. Я понял, на трэш. Я не на пол. Все трэш, да? Танка поднимите на пол. Не знаю, я диспелил с него просто стоял, не успеваю еще что-то делать. Вниз уходите. Вниз? Вниз. Сюда вот? Можно в сторону. Да, у меня мана кончилась на фу. Смотрите. Сумму, это шкаф есть? Нолтор, скажи. Шкаф есть? Нолтор. Отлично. Сейчас я символ куплю. Он будет здесь. Стой. Куда? А, ну хоть и ладно. Ты уже смотрите, когда, да, когда весь трэш выйдет. Блин. Потому что я не смотрел за этим. Он вышел там, наверное, секунд 10 назад. И мы его не били.